Выпускники все больше не хотят работать на заводах. Как решать кадровую проблему на производствах, сегодня говорят с директорами школ города. Еще, наверное, есть, где готовят уже люди, выбрали практически себе будущее в жизни себе. Уже практически избрали. Наверное, к этому надо стремиться, начинать всем. Одно из предложений – увеличить число профильных классов, а еще возобновить производственные практики, как в советские годы, для практических навыков. Но есть вопросы, кто будет обучать детей и как получить разрешение на такую практику. Я как могу обучать профессии? У меня лицензии нет. Как я могу в рамках своего индивидуального проекта старшей школы взять и прийти на базу завода? Нет. Сейчас этого делать, но я не знаю как. Может и можно, как не знаю. В итоге сошлись на том, что сначала нужно создать партнерские отношения с предприятиями города. Глава Октябрьского района пообещал педагогам курировать этот вопрос. Возможно, в некоторых школах Барнаула в ближайшие годы вернут летние практики на заводах. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком.